Пикс, нету желтка. Я сам в шоке. Поверишь, нет? Сейчас другие будем яйца вскрывать. Пикс! Всем привет. Вот держу яйцо. Вскрыл на две половинки сперва. Хотел коту желток дать. Он очень любит желток. И обнаружил, что там нет желтка. Пришлось его так на четыре части сломать и проверить. Ну вот сейчас я держу, потому что неудобно. С одной рукой камеру держу, другой вот так вот. Хотите, верьте, хотите, нет. Ну вот, яйцо собратое вот на самом деле. Какой смысл обманывать? Вот с этой части был, вот с этой. Все ровно сложил я. Вот, дальше проверяю. Супруг говорит, может, там есть дальше желток. Теперь придется сломать. Да нету вообще желтка. У кого вот такое было? Вот. Сейчас другое буду вскрывать яйцо. Вот здесь вот на самом деле не было. Как-то так. А у вас такое было? А я тебе желток хотел дать. Ты желток любишь? Ну все, сейчас будем проверять другие. Сегодня день повара. Всех поздравляю с праздником. Все мы дома готовим. Всех с праздником. С днем повара. Пикс. Желток ждешь? Сейчас дадим, если найдем. Вот, ради эксперимента почистили еще два яйца. Вот так. Здесь желток есть. Вот. А здесь? Сейчас. Здесь тоже есть. Ну, сразу желток видно было, а там вообще не было. Вот, еще столько яичек. Вот это мы сейчас вскроем. Вскрыли, по сути дела. Там тоже есть желток. Тут еще два яйца не буду. А то уже и так много яиц. Яиц почистил. Если что, в комментариях напишу, был там желток или нет. Пошли, Пикс, покушаешь. Сейчас коту желток дадим. Вот. Он любит желток. Вот. Он так любит, он кушает. Да? С руки прям. Кушай. Любит он очень желток.